Инвестпроект года. Стратегия развития 2021. Образование и здравоохранение. Строительство 9 дошкольных образовательных организаций. Ввод в эксплуатацию школы на 108 мест в деревне Кашмаши Маргаушского района. Ввод в эксплуатацию пристроя на 120 мест к зданию школы в селе Шигырдан Батыревского района. Строительство 54 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 врачебных амбулаторий и 2 отделений врача общей практики. Комплексный капитальный ремонт 12 объектов здравоохранения. Инвестпроект года.